Подожди. Я помолчу, ладно. Ура. Чё ура-то? Понимаю. Родин, нет, я такой старт сделал просто. Коля, куда вы летите, ребята? Понимаю, меня Колки убил почти. Андрей? Коля, я боялся убить Колю. Коля, пропусти, пожалуйста, без крыла. Давай. Осторожно. Я того же мнения. Колки меня чуть не убил сейчас вообще. Ну, у меня такой идеальный старт был, это вообще. Ладно. У меня тоже старт не помог был. Где флешбэк, да? Да, где флешбэк? Чё этот бот натворил? Ой-ой-ой, что там происходит, господи. Блин, у меня вот Родин, если бы не сместился вправо, ладно, потом так. Я думаю, я смогу сейчас обойти Родина. А что ты там делаешь, у меня вопрос? Что творит этот Ахметов? А, я типа, у него все равно хуже тректоры, конечно. Родин, Родин, господи, что ты творишь? Пропустил бы ты меня уже. Блин, какой он настырный. Андрей, вот это здесь вообще не нужен. Ты сейчас здесь не нужен, Андрей. Зачем не пропустил? Что ты делаешь, ты делаешь, его? Говонитесь, насильники самые. Блять, что ты делаешь? Ну так ты сам. Так, а что? Или что там у него случилось? Повреждение симуляции, надо не кипать. Ой, я чуть не развернулся. Ой, как с контактами бывает. И вот зачем они пытаются защитить свои позиции? Не, ну это, с другой стороны, логично. Зачем они просто так будут пропускать меня? У тебя сильно крыло сдохло? Ну ты ж... Как он меня слышал? Ты чувак, рот? Ну тебе вопрос набит, да, Андрей? Понимаю. Поминки. Я тебе предлагал, говорят, ты говоришь, нет, не надо. Так, у меня под топливо 0.3 осталось. Первый поворот. Просто на левых колесах. У меня на заднем левом 40. Но у нас какой темп? Ты тоже. Подъем. Как ты это крыло мне основал, я не понимаю.